Привет, мои хорошие, с вами Белякова Алла, питомник растений Льино. Сегодня черенкую пеларгонию, плющелистную и королевскую. Такие вот сделала череночки. И вот торф. Это специальный торф, агробалт. Ну, торф может быть любой, и перлит. Все, вот такие череночки вставляю. И сейчас буду проливать. Покажу как. Причем, знаешь, какая здесь фишка, секрет. Чтобы было не очень много земли. Вот здесь не очень много. А еще один секрет, чтобы вот там была вода. То есть вот так вот лью много, чтобы внизу там была вода. И сама пеларгония будет брать ее столько, сколько надо. Ну вот туда наливаю побольше. И все, соответственно, она оттуда ее будет брать. Вот из чашечки. И так будет укореняться. Можно поставить на подоконник. Ой, смотри, полилось.